Приготовим сегодня на обед крылышки KFC в Казани. Отрезали лишнюю фалангу от крылышка. Замаринуем наши крылышки. Соль, 4 перца, чесночок и карри. Все перемешаем. Очаг разгорелся. Заряжаем наш казан. Заливаем масло, чтобы пока разогревалось. Полностью бутылочку. Приготовим кляш. Пиво безалкогольное. Мука. Также добавим соль, перец и карри. И все перемешаем. Вот такой у нас получился кляш. Добавим муки сразу немножко. Начинаем. В кляре обмакиваем. В сухарях не жалеем. И опускаем наш казан. Вот такие у нас крылышки получаются. Вот такие. Чай сделали просто в кляре. Вот так получилось. Чай в сухарях, чай чисто в кляре. Погода шепчет. Ну и как же без картошечки фри? Ну, картошечка готова, посолим сверху и все.